Парад «Дале» «Богинь балета» упрыгожил початок 84-го сезона «Великого театра». На Минскую сцену вернулся шедевр балетного мастерства «Пахита» Людвига Минкуса. Свято у доме знатного испанского вельможи. З нагоди веселья пригажуні пахіти і її вибранника Люсьєна перетворилися у саправдную театральную урочистость. Артистки белорусского балета здивляли своим мастерством, а постановщики радовалися тому, что таки складаны по своей пригажости и вытонченности спектакль и знов увайшов у репертуар Великого театра. У 2008 году пахиту белорусскому театру подаровал ведомый петербургский балетмайстер Павел Сталинский, назвавший балет комплектом каштовностей. Автор и натхняльник третьей в истории нашего театра постановки – народная артистка Беларуси Татьяна Яршова. У творы Мариуса Петипа хореограф бачит не только техничную вострыню, але и велизарный эмоциный посыл, який артисты мусят передать глядачу. Абсолютно должно быть гармонично, потому что без эмоций, без этого вообще искусство балета не может существовать. Но здесь очень важен академизм. То есть это вот то, на чем мы учимся, это вот наша школа. Для 8 балерин, которые находятся на сцене, пахита – это возможность проявить себе и отримать асолоду от классической хореографии, где каждый жест, каждый погляд, каждый поворот головы має значение. И тут все эпитеты только со знаком плюс. Конечно, это определенный уровень, потому что не каждая балерина, наверное, может станцевать этот спектакль. Он сложный и технически, и эмоционально сложный, и по манерам, повторюсь, сложный. То есть здесь все в совокупности. Артисты, зачарованные историей шляхетной прыгажуни, спадзяюцца, что и полновартостный трохактный балет аднойчы увойдзе ў репертуар Великого театра, а пакуль атрымліваюць задавальнение и натхняются цудоўным гран-па. Магчыма, звычайный глядач не зможе раскласці на компоненты гениальную хореографию Петипа и выкажет свое захопление больше простыми словами, чем гэта зробяць театральные критики. Але глыбіня уражанняў от гэтага не потерпіць. Отпачывайте культурно.